В одном обычном городе жил необыкновенный мент. И такой этот мент был необыкновенный, что брал обычных мужиков за простую драку. И шил им 5 лет. И никуда он не поднялся. Сергей. Лиза, очень приятно. Очень. Папа? Папа. А он такой кто? Ты как? Как у тебя работа? Как ты вообще? Еще раз дома у меня появишься, я тебя закрою. Жень, приезжай на 17 километр. Я понимаю, что ты чувствуешь. У вас горе. Кто-то умер. Чем больно, да? Маньяки выглядят точно так же, как обычные люди. Абсолютно так же, как мы. Куда ты копаешь, а? Если о себе не думаешь, вон о ней хотя бы подумай. Назад отойди! Это не книжки, это жизнь. Ты понимаешь вообще своей башкой, кто я такой? Убийца хочет тебя посадить. Я хочу тебе помочь. Я тебя никогда не обманывал. Чё ты такой, а? Какой? Знаешь, мне один умный человек сказал, что месть — это не выход. Просто одинокому сложно. Почему так со мной разговариваешь? Да потому что тебя не было 9 лет. Ты больной. И не никто. Тогда такой же слабак, как твой отец. Если ты что-то о ней знаешь, скажи. Помогите, слышите? Лиза! Жень, ты меня слышишь? Она долго не протянет. Я тебя не обману, правда. Митя, ты понял меня или нет? Ha, 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 ha.